Итак, прежде чем мы начнем, я хочу немножко поговорить о том, как можно тут вообще зарабатывать. Новички всегда почему-то не выполняют задания, а читают только письма и смотрят сайты в серфинге. Я категорически не понимаю таких людей и думаю, что все это бессмысленно, потому что на этом не заработать. Никогда не заработаешь ты на этом. Если не выполняешь задание, то ты вообще здесь бессмысленно. Никаких денег тебе не видать. Так что, дорогие друзья, выполняем задание. Это самое такой вот способ хороший, чтобы заработать. Так, нажимаем на задание. А теперь нужно найти задания, которые очень просто выполнять и хорошо они оплачиваются. Я всем рекомендую выбрать тип заданий клики. Вот тут нажимаем на клики и высвечиваются все задания кликовые. Их очень много, цены разные. И чтобы время не терять попросту, тут потому что цена разная, а выполняешь примерно времени у вас уходит одинаково. И чтобы дешевые задания не выполнять, мы вводим в поиск стоимость задания больше 4 центов. Жмем «Найти». И это все задания, которые оплачиваются за 4 цента и более. Может, у кого-то этих заданий будет очень мало, потому что это зависит от вашего рейтинга. Если у вас рейтинг большой, то у вас заданий будет, скорее всего, много, которые по 4 цента. Если у вас маленький рейтинг, то вводим стоимость задания больше 3 центов. Это средняя цена, 3 цента довольно неплохо. Я с этого, в принципе, и начинал. Итак, теперь нужно найти то задание, которое легко выполняется и хорошо оплачивается. Вот, например, первый адский кликер. Кликаем на него. Смотрим описание задания и просто масса информации. Вообще, я не знаю, зачем столько писать рекламодателям информации. И я категорически не рекомендую такие делать задания. Просто закрывайте их и ищите еще какие-нибудь задания. Вот я пока искал, нашел довольно много простых заданий, и те задания, которые я делал, они будут у меня вот зелененькими. Итак, кликаем, к примеру, на вот, например, это задание. Теперь нужно прочитать его. В основном все задание не нужно читать, только самое главное. Жмем на начать выполнять задание. Так, выполнение задания ограничено настройками. Попробуйте выполнить это попозже. Так, ладно, задание нам не удалось. Ладно, кликнем на какой-нибудь другой. Вот, например, бросаем курить вместе. Вот задание, все тут выделено, самое главное. Жмем начать выполнять задание. Все, отлично прошло. Так, теперь читаем. Жмем на выполнять задание и вводим одну из фраз. Выбираем любую фразу, копируем и вставляем в Google. Итак, после того, как вы вставили в Google, ищем сайт, на который просят зайти. Переходим на сайт, бросаем ВМ и звездочки. Это что-то дальше, какие-то буковки. Вот. Самый первый сайт. Бросаем вместе народ.ру. Проверим. Совпадает. Бросаем на конце Е. Да, вместе. Это тот сайт. Переходим на него. Жмем на проверить выполнение задания и читаем дальше. Что нам нужно сделать? Итак, делаем 4 перехода по сайту. Окей. Первый переход уже есть. Его можно скопировать в поле для отправки. Так, мы скопировали. Итак, теперь делаем переходы. Кликаем на любую страницу сайта и ссылки, на которых мы побывали, копируем. Вот я копирую, вставляю. Все довольно просто.
Все, 4 ссылки есть. Теперь читаем дальше. Делаем один клик по Google и 3 перехода на сайте рекламодателя. Ищем рекламу Google. Вот реклама Google. И еще вот реклама Google. Наводим, и сразу пишет реклама Google. Тут, в принципе, без разницы, куда кликать. Я вот, например, хочу сюда. Все, перешли. Опять копируем. И еще 3 перехода. Кликаем. Копируем. Опять кликаем, копируем. Вставляем. Все, последняя ссылка. Вот, собственно, и все задание. У вас времени оно вполне не займет. В течение 3 минут вы уже его сделаете. И можно отправлять задание. Стоимость такого задания 4 цента, я опять повторюсь. А вы представьте, сколько вам пришлось бы читать писем, заработав эти 4 цента. Я не знаю, там около 25 писем вам пришлось бы прочитать. И времени на порядок больше займет. И еще при том учесть, если письма присылают по 5 штук где-то в день, то это вообще крошечный заработок. А задание выполняете, можете хоть сколько угодно, сколько вам не лень. Я, например, выполняю по 40-50 заданий. И у меня выходит около 2-3 бакса в день. Ну, около, ну, практически 100 рублей. А если учесть, что если зарабатывать здесь в течение 8 часов, как полный рабочий день, то, по моим подсчетам, выходит около 8000, даже чуть более, в месяц. Так что можно тут очень неплохо подзаработать, если у вас, конечно, полно свободного времени, но я провожу здесь около 2-3 часов, чтобы зарабатывать 3000 где-то у меня выходит в месяц. Так что отправляем и ждем оплаты. Оплата будет в течение там пару часов. Чтобы контролировать эту вот всю оплату, жмем на задание и статистика заданий. И тут в основном показывает статистика, оплачено вам задание или нет. Бывает, что не оплачивают. Сейчас я вот покажу. Вот. Не оплатили мне. Я, наверное, забыл указать ссылки с Google, и мне не оплатили. Так что лучше не забываем. Все делаем, как просят в задании. И вам 100% оплатят. И так вот выполняем задание сколько угодно, сколько вам не трудно. Ну, в общем, сколько хотите заработать, столько и зарабатывайте. Все зависит, впрочем, от вас. Ну, на этом все. Всем пока.